Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня, в этот торжественный день, радостный, в преддверии Нового года, я хочу открыть секрет прекрасного вкусного салата, который порадует всех ваших гостей. Они будут в шоке от этого изысканного вкуса и даже не поймут, из чего он сделан. Это семейный рецепт, который передается из поколения в поколение, и сегодня я вам его открою. Уникальный вкус этого салата оценят все ваши гости и будут приятно удивлены. Итак, нам понадобится 100 грамм сырых шампиньонов, вареная картошка, икра из кабачков, йогурт, можно любой абсолютно. У нас Биомакс с клубникой, зефир и немного сыра 100 грамм. Обжариваем шампиньоны на сковородке подсолнечным маслом до золотистой корочки. Первым слоем в форму для приготовления салата выкладываем вареную картошку. Далее мы смазываем картошку икрой из кабачков. Далее берем обжаренные шампиньоны. И следующий слой нашего салата идут шампиньоны. Вот так вот выкладываем их. Выравниваем. Следующий слой салата — это сыр. Трем на терке любой сыр, можно российский или голландский, какой у вас есть. И посыпаем все это вкуснятину сыром. Так вот равномерно, слой за слоем. Можно ложкой разровнять. Разравниваем ложкой, чтобы было аккуратно. Следующий слой у нас идет био-йогурт. Вот так он выглядит. Мы должны ровным слоем закрыть всю поверхность предыдущего слоя грибов. Берем, выкладываем био-йогурт. Толстым слоем, не жалеем йогурта. Чем больше йогурта, тем вкуснее салат. Следующий слой нашего салата — это зефир. Вот так он выглядит, разноцветный, чтобы было красиво. Понимаете, гости должны оценить внешний эстетический вид. Они просто должны, когда увидят этот салат, сразу он должен привлечь их внимание. Поэтому зефир у нас разноцветный, вот такой. Так, заливаем следующий слой нашего салата йогуртом. Смотрите, уже появляется такая розовая пенка приятная. Так, и последний штрих, как я говорила, десерт. Выкладываем зефир. Аккуратно, красиво, чтобы было на что посмотреть на новогоднем столе. Вот так он идет, смотрите, разноцветный. Еще желтенькую вот сюда по центру. Смотрите, как получился наш салат. Очень красиво, я думаю. Ну, блюдо у меня не новогоднее. Все, естественно, это делается в красивом новогоднем блюде. Этот салат, он чем уникален? Потому что он сочетает в себе три блюда одновременно. Холодную закуску, десерт и горячее. Зачем готовить много блюд, когда можно сочетать все в одном? Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Алиса Лайт. Всех с Новым годом!